Самаре открылись избирательные участки. 6, 7 и 8 сентября в регионе проходят выборы губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов, представительные органы власти. Избиратели могут проголосовать в любой из трех дней. При себе необходимо иметь паспорт. Участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий можно на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области. В Самаре на базе центра «Мой бизнес» открылся региональный центр общественного наблюдения за выборами. Сюда в режиме реального времени поступает картинка с видеокамер, установленных на избирательных участках. Специалисты, прошедшие обучение, следят за обстановкой в местах для голосования. Центр будет работать круглосуточно на протяжении всех трех дней голосования. Организовал эту работу Самарский региональный общественный штаб по независимому наблюдению за выборами. Самарец стал жертвой мошенников. 50-летнему рабочему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что его данные использовали преступники для кражи денег. Звонивший предупредил, что скоро с мужчиной свяжется работник банка и даст инструкции, как избежать оформления кредита на его имя. Вскоре самарцу позвонила женщина, представившись сотрудником отдела безопасности одного из банков. Она сказала, что нужно аннулировать все кредитные заявки, поданные на его имя в разных банках мошенниками. Для этого требовалось снять деньги и положить их на указанный счет. Мужчина сообщил, что у него есть 1,5 миллиона рублей, которые он откладывал на свадьбу внука. Эти деньги он перевел на номер, указанный аферисткой. Возбуждено уголовное дело. В Самаре в рамках Дня города 7 и 8 сентября организуют более 100 бесплатных пешеходных экскурсий. Жители и гости смогут узнать новые факты о региональной столице и погрузиться в ее атмосферу, сообщили в мэрии. В День города в Самаре усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии. Так, 8 сентября с 22:30 к улице Самарской на участок между улицами Красноармейской и Льва Толстого подадут дополнительные автобусы номер 1, 2, 26, 34, 41, 47, 57, 50 и 5D с заездом в Болгарь. До 12 ночи продлят работу трамваев номер 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4 и троллейбусов номер 6. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах губернатора Самарской области. На избирательный участок он пришел вместе с женой. Всего в регионе действует 1751 избирательный участок. Одно из первых свое право проголосовать реализовала и глава Самары Елена Лапушкина. Она напомнила, что от решения каждого из нас зависит будущее Самарской области. Также в числе первых на избирательные участки пришли председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству ЖКХ и дорогам Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. Он проголосовал на участке 50-60, который находится в школе 102. На избирательном участке 50-97, который расположили в школе 154, проголосовала депутат городской думы Светлана Макушева. На избирательном участке 29-03, расположенном в Техническом университете, свою гражданскую позицию выразил Габибулла Хасаев, председатель Общественной палаты Самары. Свой выбор сделал и Владимир Пронин, председатель городского совета ветеранов, пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Самары. Проголосовать он решил на участке 29-10, который находится в школе 81.